Ну что, у нас почтовый ящик у Сеньки заполнен. И как всегда мы будем сжигать, да, записки. Пришло время освободить ящик, чтобы получать новые письма. А эти мы сейчас освободим. Вы не знаете? Нет. Игра такая была. Мы в нее играли. Деньги кто-то положил в откладу. А? Подбрасывайте, чтобы сюда кидайте, где огня нет, чтобы руки не обжечь. Кидайте, кидайте, потухнет. Тенечка наблюдает. По процессу, да, тенечка? Он уже их разнес. Да, разнес. Но он всегда любил. Совсем любил, да? Скажем так, уделял внимание. Весь смысл и душа разнесена. Осталось только тело от этих бумажек. Да. И мы сейчас это, кажется, моя открытка. Да, точно. Бумажки вслед за мыслями отправляем, да? Да. С дымом все улетает. Ну, потом же этот пепел, он как бы развеивается, и эти частицы уходят на радугу питомцев. Частички любви хозяев, которые теряли своих питомцев. Летят туда.
Да, сей? Сей. Хорошо, что ты у нас есть. Все равно ты есть. Юти, подбрось цыплят. Она как-то так это приноровилась к ним. Попустела, смотри, яблоком опять. Яблок этим. Цыплят закусывает яблочком. Ну а почему нет? Правильно, сбалансированное питание. Сбалансированное питание. Сыпьте, сыпьте, кидайте, сейчас потухнет. Вот раз живые цветы я не привезла. Я посмотрела, что жасмин цветет. Эти вроде тоже красивые, да ладно. Эти пришли. Друзья Фенькины тоже. Соседи. Соседи. Феньку никто. Ну его дуб-то все равно же здесь. На этой полянке есть. Ну что, никогда не думал, что ему придется. Ну, помните, тогда вы говорили, ну, писали мне, что если придется, чтобы позаботиться о нем, ну, что перезахоронить, может, куда-то. Вы мне там написали. Я еще такая думала, ну когда, куда вот, что никогда, вот всегда вот здесь. А теперь получается, что на новое место все-таки вот. Вы помельче, поменьше и так чуть-чуть сжимайте. Mm-hmm. Они слоями, у меня уже пальцы горят. Давайте я буду поменьше. Глаз будет гореть. Да. Пусть у меня пускай горит. Так, она... Дайте еще больше. Письмо. Вот мое письмо. Еще письмо. Кидайте, пожалуйста. Ну письма же откроем, может там ленточки. Не надо ничего открывать. А вдруг там ленточки? Нет? Активно горит.
темно. Много еще, да? Угу. Сжигаем все. Да. Сжигаем все. Успеть 18 минут, иначе. А тогда вы снимали, у вас было бы дольше. Мне кажется, вот это минут на 30 было, да? Может, потом вы его вырезали. Ну, как-то мы еще клеили. Кидайте, кидайте быстрее. И не заваливайте, кидайте. Чтоб горело. Мните слегка. Не дает гореть. Так, нормально? Блять. Осталось 6 минут. Не успеем. Кидайте, кидайте. Придется второй раз запускать, потом соединять. Какой огонь должен быть? Ест? Ест? Ну, наелся. Она много съела у меня. Я сегодня проснулась в 3 часа утра. Впечатление. Ой, чудо. О, извините, у меня упал.
ковер тоже можно. Все, жги. Тут 5 рублей какие-то. Питомцы видят все это. Да. Сейчас сидят. В этих искорках это вот олицетворение любви. Людей, которые, в которых они раньше жили или были связаны с ними. И вот эти вот огоньки. Еще много. Давайте мне часть. Я покидаю. Много собралось. Ага. Уже падает все. Просто нужно кидать вот сверху. Не мимо.
Давайте еще есть. Все ваши мысли, все ваши пожелания, все улетают к вашим питомцам. Есть еще? Я хотела увидеть, но хотела открыть конверт, но вдруг там ленточка. Есть еще? Вот одну. Все, больше нет? Больше нет. Сейчас проверим еще раз, чтобы ничего не оставить. Нет. Ничего. Молодцы. Освободился твой ящичек для новых писем. Красиво. Да, ну вот. Все мои мечты исполняют. Все мои мечты исполняют. Ну ладненько. В поездке. Записочка сожгли. Синенько. Хороший, неповторимый наш Мишка. Единственный неповторимый, больше никогда такого Мишки не было. Да он и не Мишка был. Да, это человек. Глаза у него человеческие. И не только. Ну что, ждем, когда все остынет. Честер поужинал. А? Ватрушкой поужинал, Честер. Ага. Честер молодец, ага, ватрушка, да, съел. Конечно. Сенькой поделился. Сенька не жадный. Тем более Честеру ватрушку не отдать, что ли. Да он творог только съел и все выковырял. Так и Сенька так же, он творог ел, а волк очень. Не очень-то и ел. Thank you.
интересно. Питомцы видят все это. Да. Сейчас сидят. В этих искорках это вот олицетворение любви людей, которые, в которых они раньше жили или были связаны с ними. И вот эти вот огоньки, которые мерцают, это вот так мерцает, вот как бы свет своеобразный. Да. Искорки разлетаются любви и памяти. Вот так вот, наверное, да. Очень красиво. Сейчас догорит, и мы здесь на полянке все и развеем, когда все остынет. Там радостно искать. А где Миша? У меня есть, но они резиновые. Запись идет. А. Я одела две
количество перед первым, но как и нет. А где это новое у вас, это, как дробилка, которая? О, господи. И ничего, ее реально выпить. Я могла бы что-то подрыбить, но если ее как-то вытянуть, то... Только нет. Нет, понятно, что еще. Там еще надо бензин. А, так она не электрическая? Не, она бензиновая. А та работает? Это та дальняя? Работает. Та старая. Ну, она плохо дробит, она... Не, ну я знаю, но в том году как-то дробила какие-то, хоть не сильно толстые. Там дробит столько, что... Ну, понятно, но это не с целью извести ветки, а с целью щепы добить. Была гора такая, да? Все меньше, меньше. Все в этом мире превращается в прах. Знаете, как это? Есть такая категория людей. Веганы, вегетарианцы. Как они утверждают, ну, нельзя там мясо есть, прочее. А система-то очень простая. Любой мясоед в свое время умрет. Как любая органика, да? Она не вечна. Превратится в прах, прорастет травкой, его съест обязательно корова. Ну, друзья, вроде как все прогорело. Можно высыпать. Третий раз запускать.
какую сторону у нас ветер? Него нет. Что самое интересное? Говорите. Все ваши записочки, вернее, все те слова, которые были в записочках, все эти искорки любви полетели на небеса, на радугу к вашим ушедшим питомцам, к их душам. Пишите. Сеня всегда рад исполнить ваши просьбы. Все передаст. Такие, которые мерцают. Это вот так мерцает, вот как бы цвет своеобразный. Да. Искорки разлетаются любви и памяти. Вот так вот. Да. Очень красиво. Это все сейчас догорит, и мы здесь на полянке это все и развеем, когда все остынет. Да. Спасибо.